Приветствую всех. Продолжение. Следующая серия не заставила себя долго ждать. В общем-то и выспаться не успели ребята. Как девочка сказала, что к нашей базе двигается группа выживших. Вот, спасшихся. Ну, идем на перехват. Хотя мне скоро скажут, что у меня и домов не хватает. Но мне сейчас нужны труженики. Поэтому я сейчас сохраняюсь. Вот пока более-менее тихо, мирно. Все, что мне нужен, мне больше нужен пацанчик. Как тебя зовут, мой дорогой лысый брат? Да, привет, мы проходим мимо. Да, я понял, я хочу поторговать. Не буду я с вами торговать. О, куда ты пошел? А, блин, он пошел строить. Вот это надо не забывать всегда отключать. Девочка, ты что, строитель? Я как оружие молотков пока еще не видел. Что случилось, мой милый друг? О, ты встречаешься с Ангелой. С Ангелой Меркель. Я понимаю, старенькие женщины сейчас в моде. Подарочки я отдал вот тому вот охотнику Тоду. Я понял. Я тебе не знаю. Я понял. Ты с Анжелой. Это у нас кто? Как вас зовут, милая дама? Катя Бич, пляж или... А, ну... Ладно, английского я не знаю, но звучит твоя фамилия как-то не очень. Ну а ты с Анжелой со своей, если что, тогда иди. Это хоть, может быть, ямы копать будет. Бывало и получше. А ты кушать не хочешь? А что ты не хочешь кушать? Я бы тебя угостил чем-то вкусным. У меня есть бананы. Один. Вот так. Как насчет? Я убил толпы зомби. Так сказала одна из моих девочек. Не хотят. Ну, Анжелочка, а ты как? Может, пойдем со мной? А, у меня борода. Вот. Старый конь борозды не портит. Он в ней ложится и вздыхает. Пошли со мной. У тебя каска есть. Да зараза ты такая. Это я только просыпался зазря, а? И в порядке. Блин, надо было сразу, на базе книжечки должны быть. Ну, вино, если дашь и это обрадует, то такого человека лучше не брать, потому что это будет полное нехорошо. Так, а книжечки у нас есть? У нас есть еда. У мальчика с собой еды даже, наверное, не было. Есть книжечки. Давайте возьмем хотя бы одну пачечку чипсов. Может, кто-то из них там голодает. Вы еще не ушли? Эй, стойте! Куда они пошли? Они уже куда-то рванули. Так, это, надеюсь, дружественная база. Кто у нас? Это Катюнька, по-моему, незамужняя, без парня. Так, ну одного подарочка пока тебе хватит. Давай. Вот так вот. Это славно. Так, девочка у меня есть, и мы смотрим, что она себя представляет. F1. А, она строитель, да. Вот. Огнестрел и строитель. Мне пока с бойцами везет. Кого ж мне брать? Мальчика в бронежилете или девочку у каски? Так. Не, они не захотят. Они вот справа.
Стой, конь мой списанный. Не того я выбрал. А ты подарочек возьмешь? Научно-фантастичная книжка. Не хочет. Ну ладно, у меня в принципе уже перенаселение нарисовывается. А еще одного строителя я себе подобрал. Поэтому идем домой, наполняем пляжечку. Наполняем пляжечку. Ох, блин. Выходим в режим паузы. Делаем сохранение. Выходим в режим карты. Показываю. Мародеры. Мародеры пришли шмонать моих людей. Вот так вот можно нарваться на зомбей. Стопудово. Не спим. В диалоги не вступаем ни с кем. Разговариваем только со своими. Переходим в режим карты. Отжимаем паузу. Все, побежали все дружно. Все дружно побежали. Надеюсь, эти мародеры мою базу не обшмонают. Ой, ёшкин дрын, а. Так, и начинаем опять следовать все за мной. В общем, я же говорю, даже достроить базу не дают. Так, все идут за мной. Сохраняемся еще раз. Открываем карту. Оно проголодалось. Идем обратно всей толпой на базу. Что? Кто-то не... А, ты до сих пор еще хромаешь. Идем на базу в надежде на то, что они... Ах, блин. На то, что мародеры все-таки прошли мимо. Пришли, нас нету. И прошли мимо. Но они обычно привязываются и начинают тебя преследовать. Даже вот эти, которые не красные, не загрелись еще на тебя. Они идут с тобой поговорить. Идут лично к тебе и лично с тобой поговорить. Но сообщение о том, что у нас куда-то уплыл там пистолет или еще что-то полезное, что в домике лежит. Да, я не успел. Обычно я помню советы полезные. Обычно я всегда сразу ставлю сундуки. Ну, потому что я палатку обычно не беру, а потом, уже когда освободил рюкзак, начинаю строиться. Нет, нам повезло, они ушли. Фух, еще один сейв. Они все-таки ушли. Начинаем разгонять бригаду. Надеясь на то, что они начнут строить. Ну, кстати, вот неприятная такая вещь. Вот эти мародеры, которые... на меня не сагренные, они свободно проходят через мои ворота, только разве что не пройдут, если я дам команду запереть ворота полностью. Так, перестань следовать за мной. Все, работаем. Ты у нас стрелок, девочка, да, ты у нас стрелок. Рюкзака у тебя нет, у меня хороших рюкзаков тоже нету. Так, бутылку с водой. Дубинку. Смотрим, бронька у нас хоть какая-то есть. Возьми хотя бы вот так вот, хотя бы чуть-чуть бинтиков. Дальше. Так тебе, так тебе. О, у нас есть лучший рюкзак. Я тебе дал каку.
Так, что у нас еще? Штурмовой винтовки у меня нету. Ага, вот это у нас лучше идет. Это чуть хуже катаны, поэтому вот это можешь убрать. Так, что дальше? Дальше что? Пистолет мы тебе дали. Инструмент. Так. Лопату. Инструмент, лопату, кепочку. Инструмент, лопата, кепочка. Хоть садись и делай эти самые бутылки с водка молотовыми. Патрона у нас нету для тебя. И лука пока еще нету. Начинай строить. Смотрим на карту. Пока тихо, пока мародеров нет у нас. Выживших, пока на выживших наплевать. У меня все и так перенаселение. Надо кибитки строить. А кстати, да. С перенаселением можно попытаться как-то бороться. Заодно, не знаю, где статистику поселения посмотреть можно, честно говоря. Но сейчас можно сделать вот такое вот. Потом мы ее уберем. Если она будет занимать какое-то важное место, мы ее уберем. Фух, где она, зараза, есть такая? Да ну куда ты пошел, а? Давай. Давай тут. А вы чё стоите, лоси, а? А, блин, я ж забыл. Забыл. Забыл, забыл. Если вы дали команду вот это вот быстро куда-то... Вот дура. Топор я тебе хоть дал. Если вы дали команду своим людям быстро куда-то бежать, они в результате, у них станет на паузу те занятия, которые вы им давали до этого. То есть повар перестанет готовить еду, еще одна палатка есть. Повар перестанет готовить еду, строитель перестанет строить. Ну, в общем, все их задания, они их перестанут выполнять. Так, я вот прозевал, мне сообщение пришло о количестве жилых мест. Стой, девонька, стой. Встал палатку. Ходим. Вот так вот. Она у нас фермер, повар, медик, лучник. Она у нас классный, но лука у нас пока нет. Вот видите? Возобновить. Я забыл. Я забыл, я проплужил, прошу прощения. Вот, а девочка у нас дура-дурой. А у кого-то у нас... А, у тебя тоже стройка, только благодаря книжечке. Хотя, не знаю. Так. Брось пока. Брось, мы проверим. А где-то я читал, что значение вот этих вот цветов. Ага, у нас 10, рекомендовано 6. Давай поменяемся предметами. Теперь мы проверяем вот это вот на... Она строит, да. И наша... А кто у нас? Леонид той дал. А вот это у нас что-то не хотела строить. Идем. Так твою дивизию. Взять. Пас. Пас, девочка. Пас. Взять. Сразу политику. А, он политика у нее есть. А чё ж ты инструмент, я, кажись, тебе давал. Я, кажись, всем давал инструмент. Давай. То есть у нее автоматом писалась профессия строителя. Но, опять же, развиваться она как строитель, она никуда не будет.
Так, и мы возвращаемся к нашему мальчику, потому как у нас идут торговцы. А наша хромоножка, главное, чтобы... Мальчик уже в палатке пытается спрятаться. Говорит, отдолбитесь от... Ох, ёшкин кот, блин. Да, у меня и сейва нет. То есть кого-то сейчас, скорее всего, убьют. Ладно, делаем на всякий случай. Сохранить. Так вот. Дальше. F1. Карта. Тут у нас кто-то напарывается на зомбика. Наша хромоножка. Ты топор выложил. Да ну я ж вроде давал на топоры. Или у тебя кто-то его попросил. Из других строителей. Туда его в качель. В нее попали. Ее, скорее всего, сейчас убьют. Да. Вот у меня такого режима нету. Но, возможно, там у человека, чьи видео я смотрел, немножко другая. А, нет, вот есть, есть у нас. Есть у нас сражаться. Придется загружать предыдущие сейвы. Девочка, девочка, тебя, наверное, убьют. Этот зомбиком. Это увидела у нас. Ну да, все. Девоньки нету. Ну, нам просто остается посмотреть вот этот вот трагический финал. Ничего лучшего у нас просто нет и не остается. Одного мы хотя бы ихнего ранили. Они отступают. Они отступают, но как минимум мы двоих человек потеряли. Если даже не троих. Да, троих, он у меня сообщение. Да. Три моих бойца, они засвечены крестиками, то есть они умерли. Табор уходит в... Опу. Все. Прощайте, друзья дорогие. Ну, на этом, наверное, я эту серию закончу. Потому как надо дать мазам отдохнуть. В следующей серии надо будет загружать предыдущий сейв. Засаду мы устроить не устроим на мародеров. Сундука у меня нет, не успел я построить. То есть, ну, отберут мою базу. Я не знаю, попытаться сделать все-таки засаду. Ну, будем смотреть. Ну, сейчас надо дать мозгу отдохнуть. Вот такая вот беда творится. Патронов нет. Достроиться не успели. Так что спасибо за внимание. Не забывайте, заходите, будет еще видео. Следующая серия будет не менее напряженная. Надеюсь, не такая трагическая, трагичная, как там правильно сказать. Спасибо за внимание. Всем вам здоровья. Не забывайте, заходите, будет еще видео.